Казахстан в рамках ОДКБ сосредоточит деятельность на расширении взаимодействия с контртеррористическими структурами ООН для противодействия международному терроризму и насильственному экстремизму. Об этом заявил председатель Сената парламента Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности. Встреча проходит в Санкт-Петербурге. Отмечу, Казахстан в этом году председательствует в ОДКБ. Все подробности встречи у Даны Нуржан. Вопросы коллективной безопасности обсуждают в Таврическом дворце. Помимо делегаций Казахстана и России, в заседании приняли участие представители Беларуси, Армении, Таджикистана, Кыргызстана, а также Афганистана и Сербии. Казахстан выступает за продвижение на международной арене единых подходов по противодействию терроризму. Этот вопрос является одним из приоритетов деятельности Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Одно из предложений – расширить взаимодействие ОДКБ с контртеррористическими структурами ООН. Речь прежде всего идет о совместных профилактических мероприятиях, направленных на недопущение выезда граждан стран ОДКБ за рубеж в очаге террористической активности, а также информационно-разъяснительной работе по формированию в общественном сознании неприятия любых форм радикальных политических и религиозных проявлений. Говоря об угрозах кибербезопасности, глава Сената подчеркнул, необходимо выработать меры по нейтрализации компьютерных атак и шире использовать диалоговые площадки организации для обмена опытом в этой сфере. Участники также уделили особое внимание слаженности работы силовых структур оперативного реагирования. Еще одна важная тема, которую обсудили в Санкт-Петербурге, это повышение эффективности мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Казахстан предлагает привлечь представителей Центральноазиатского регионального центра по борьбе с наркотиками в Алматы к реализации антинаркотической стратегии ОДКБ до 2020 года. Дана Нуржан, Александр Любителев, Россия, Хабар 24.